مکان سروری فیروزه ی اقمو سلی قیسی کان گوهری سنا بنده بلوب دور اسنا عالمن ده بری اوزین سالدن قلبم اکیم اکوزم ننهی کم نسی ور یارسن سلم ای پری مانا بر بابا مانا بر بابا مانا بر بابا مانا بر بابا گلم بود بی کارا سر گر بی مل Угадайте, где я? Хива. Так точно. У меня, ну, Хива лежала не на маршруте, но вот эти вот ребята с братьем Сандула. Ну вот, его братья сняли меня вчера с трассы на Нукус. И вот вчера я оказался в Хиве. Ну, раз у меня появилась такая возможность побывать в этом историческом городе, не мог отказаться. И вот мы теперь гуляем по Хиве. Горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Учкуду, три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг. Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный путь, Учкуду. Кто не
ездил по пустыне, ребята, совет. Не ездите по пустыне. Тут нет ничего веселого. Это каторга. 42 градуса, 41,5. Вода, благо, есть. Наверное, не умру. Я не знаю еще сколько до следующей чайханы или там что-нибудь. Проехал 93 километра. Вода еще есть. Надеюсь, следующие 50 километров что-нибудь будет. Жарко. Пустынно. Хорошо, дорога хоть хорошая. Уже километры делать. Да. Таинственный страж. А может быть, это лишь только мираж. А может быть, это усталость и бред. И не кучку туго. Спасения нет. Учкуду, три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты пусты, спасительный путь. Сейчас стояли в Чайхане. Вот эти ребята на КамАЗах хотели меня до Бухары добросить. Мне уже все, многие сегодня говорят: брат, говорит, пустыня, надо с машинам ходить, не велосипедом. Но я не знаю, как упрямый баран. Кстати, бараном угостили, водку выпили, и вот я на этом скипидаре лечу. Сейчас 37,7. Температура чуть упала, и еще, благо, ветер дует сзади, в спину. Короче, еду. На данный момент я уже где-то 150 километров сегодня прошел. Там есть населенный пункт Газли, называется. Там даже интернет уже есть. Потому что здесь ни связи, ни интернета, ничего. Но до Газли еще 90 или 80 километров. Я не уверен, что я доеду сегодня. У меня было бы дневной пробег где-то 240 по пустыне. Не доеду. Это нереально. 37,7 все равно. Но трасса хорошая. Трасса идеальная. Шпарь не хочу. Причем они вот эту, наверное, экономят полосу. Встреча все идет по той.
любую ручку дуги расскажет старик, как город красавец в пустыне возник, как синее небо сметнулись дома, и как удивилась природа сама. Учкуду, три колодца, пусть над ним светит солнце. Ты в пустыне спасительный круг, Учкуду. Учкуду, три колодца, пусть над ним светит солнце. Спасительный круг, Учкуду. Учкуду, три колодца, пусть над ним светит солнце. Ты в пустыне, спасительный круг, Учкуду. Учкуду, Бухаре остается 40 километров, догнал Бьорна, с которым мы были в этом, ну мы же с ним были в Бинео вместе, он на день раньше меня стартовал, я за ним, вот я его догнал, буквально проехали 10 километров вместе, у него лопнула покрышка, вот сидим ремонтируем, ребята тут создали группу поддержки, вот, ну в общем до Бухаре остается 40 километров. Сейчас Бьорн доделает колесо, стартуем, и через где-то часа два мы в Бухаре, если ничего не случится больше. Все, я в Бухаре. Вот этот парень с Алгой, тоже велосипедист. А вот этот парень с Кёльна. Бэкпекер. Вот, все, пустыня Кызылкум пройдена почти 450 километров за 3 дня. Это что-то страшное было. Но, я так полагаю, дух немного закалился. Я вот заселился в хостель, ребята с Германии, с Испании, тут в принципе со всего мира. Все, со мной все нормально, я в Бухаре, теперь отдых. И кожу восстанавливать.
выехал из Бухары. Ну вот, до Наваи 110 километров, до Самарканда 270. В общем, едем дальше. Солнце пекет. Ветер дует. Все нормально. Прохладно. Сегодня вот ночевал где-то в поле. Там где-то трасса шумит в метрах 150. Вот, вчера тронулся в Бухаре, правда, меня там провожали. Планировал так в часа 3, в часа 4-5 утра рвануть, но не получилось. Во-первых, спать так охота была, ну, в кровати же спишь. Вот. Потрескал до 8 утра где-то. Потом встала наша немецкая комната. И пока позавтракали вместе, ее проводили. Вот. Ну и все, я рванул. Вчера, кстати, относительно нормально даже было. Не очень жарко, где-то 36-37. Вот. Доехал до Наваи, там покушал, потом еще километров 36 рванул. Короче, проехал 130 вчера, блин. Ну, то есть еще вот, вечером записывал. 136 километров, по-моему, да. Вот, и вот сошел с дороги в поле, тут даже рыб бежит, течет. Поставил палатку, думаю, не буду тент натягивать. И вот спал, что называется, под открытым небом. Классно. Свежий воздух, утром просыпаешься, вот этот закат, рассвет. Правда, прохладновато, 8 градусов сейчас посмотрел. Ну, относительно прохладновато. Когда-то ехал, эти 8 градусов было, в принципе, нормально. Сейчас, ну, по соотношению к температуре днем, когда под 40, 8 градусов как-то прохладновато. И сырость тоже вот. Трогаешь палатку. Вот. Ну, а в целом хорошо поспал. И все, сейчас буду вставать, собирать манатки и дальше. Еще 135 до Самарканда. Вот. Ну, после обеда буду там. Лай-лай-лай-лай.
Я люблю тебя, город мой,
город предков богов. Самарканд, Самарканд, вечный блеск куполов. Я люблю тебя, город мой. Самый вкусный обед. Слива. Слива зеленая, но она уже спелая. Слива красная. В сумке у меня еще одна колхозница сидит, лежит дыня маленькая. Самарканда проехал ну, 58 километров, короче, уже в области Джизах. До Джизака остается где-то километров 37. Там есть водохранилище, там хочу заночевать сегодня. Еду так, на расслабоне. Может, до Ташкента 310 Самарканда. У меня 4 дня на все это. Так что могу спокойно на свободе потихоньку катиться. Погода сегодня хорошая, не так жарко. 37 градусов всего. Все отлично. Едется от души. Навестила меня такая мысль. Сегодня понедельник, 12 число, 12 июня. А ведь через 3 недели в это время мне на работу. Я вот сейчас сижу где-то между Самаркандом и Ташкентом, возле города Джизах. Наслаждаюсь свободой.
А ведь через 3 недели в это время, не знаю, захочет начальство в первый день послушать мою историю путешествия, да или нет, но вполне возможно, что я уже поеду к какому-нибудь клиенту и буду уже где-нибудь на немецком автобане. Страшно представить. Через 3 недели. Да, хорошее быстро проходит. Ничего, пустота, небеса, красота, вечером ничего, суета. Странно, страшно. Поломал мне болит, полоса навсегда, звон в ушах, не могу, солнце, свет. Страшно, странно. Зелеными листами бегу к тебе, солеными слезами к тебе, потаенными мыслями. Так сложно, но проще. Если кто-то когда-то летом будет ехать по Узбекистану на велосипеде, вот такое нельзя упускать ни в коем случае. Вода
относительно температуры воздуха очень даже холодная. Нырнул, вынырнул и уже практически как новый. По крайней мере, я пытаюсь водоемы не упускать. Уже только так можно охладиться. Ну, в тени, либо вот в воде. В общем, совет. Двигаясь летом по Узбекистану, такие вещи не упускаем. Ночевал я на... прям рядом с Джизакским водохранилищем. В принципе, сегодня хочу доехать до Ташморя. Это возле Ташкента, там 50 км южнее Ташкента или 40. Ну что-то многовато получается, там 150 километров. В принципе, такие дистанции-то я делал, но жару я не знаю, насколько это целесообразно, потому что после вот этих вот пустынных мероприятий мне аж дурновато становилось. И ломки были по вечерам, поэтому не знаю, доеду или нет. Но вот что-то наподобие, если встречается, окунулся, и уже хорошо. Вот уперся, в принципе, опять в казахскую границу. В принципе, здесь можно было бы ехать прямо. Задеваешь кусочек Казахстана и прямо на Ташкент. Здесь, конечно, было бы короче. Но так как Советского Союза уже нет, там настоящая граница, и проходить ее как-то не очень охотно. Поеду через Гулистан. Ну, сейчас поворачиваю направо на Гулистан и немного делаю объезд. Вот так вот, с этими границами. Если у меня сейчас кто-нибудь спросит, что я делаю, ответ простой. Казахстан объезжаю. Побил температурный рекорд. Градусник показал сегодня 46,2 по Цельсию. В такую жару я еще на спиде не катался. Ну вот где-то в 2 часа встал, 98 км, 2 часа у меня уже было, встал, вот отлеживаюсь в чайхане. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Яла идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь?
без чайханы. Бывает здесь не тесно, чайхана, ты чудо-рай. Чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай. За жизнь без чайханы. На востоке, что за небо без луны. Сегодня у меня очень комфортабельная ситуация. До Ташкента остается 70 километров, и на эти 70 километров у меня целых 2 дня. Поэтому буду ехать с визитом на Ташборе. Вот сейчас выдвигаюсь до Ташборе центра 40. Там отдыхаю аж до завтрашнего почти вечера. Зэки вечером прилетают. И уже завтра вечером заеду в Ташкент. Так что комфортабельней ехать, наверное, невозможно. Ночевали, хозяин, я вдвоем спали на топчане. Конечно, классные условия, когда вот так просыпаешься. Tuzundan aynanim, karavatlı geceler gündüzünden aynanim. Halallıktan yaralan, ağaç tuzundan aynanim. Karavatlı geceler gündüzünden aynanim. Tenten ağır ilpren, gözlerimiz eşlepken. Bayrakını 12 yıldızından aynanim. Bayrakını 12 yıldızından aynanim. Top dedi yelkene, dindi seninki devran. Kayrılma hiç artına, al kaba söz bekler. Top dedi yelkene, dindi seninki devran. Kayrılma hiç artına, al kaba söz bekler. Kimin Sinan'ı bir onini yarattın. Ulu beklim yakın yıldızlara karattın. Savatsız kör dünyanın. Было лучше, когда в такую жару, когда некуда приехать на какой-нибудь водоем.
А это не какой-нибудь водоем, а так называемое Ташкентское море. Пляж с той стороны. Сейчас по дамбе объеду. И встаю там аж до завтрашнего вечера. Зеки, друг с Германии, прилетает завтра вечером. У него 22:40 самолет. Вот, так что у меня времени валом. Заберу его завтра с аэропорта, съезжу. Ну, короче, в часиков так, в 4 заеду в город, в 5-6 схожу в душ, чуть отдохну. Поеду заберу его в аэропорту. И потом у нас с ним 3 дня в Ташкенте. Но сначала купание в Ташкентском море. Kayrılma hiç artına, Alaba Özbekistan. Ecdadların ruhları medetkar sana her an. Kayrılma hiç artına, Alaba Özbekistan. Kuraldır yolga karşı bir aman Kayrılma hiç artına Algabas Özbekistan Çiftliğimiz kuraldır yolga karşı bir aman Hallo Zeki, wie du siehst, ich bin schon am Flughafen. Du bist jetzt wahrscheinlich auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen. In circa 10 Stunden werde ich dich hier abholen. Hier kommst du raus. Also wie gesagt, benimm dich gut im Flieger und in circa 10 Stunden hole ich dich hier ab. Mach's gut und guten Flug. Hakkında bir uçşamer işkenar Sivil çaşları akar gözünden mercan mercan Sivil çaşları akar gözünden mercan mercan Kervar barar hak yoldan yurt başım başlık kervan Kayrılma hiç artına Algabas Özbekistan Kervar barar hak yoldan yurt başım başlık kervan Kayrılma hiç artına Algabas Özbekistan Algabas Özbekistan Красавец мой Ташкент, он по-весеннему всегда одет. Повсюду дыни и арбузы тут, фисташки и миндаль везде растут. Здесь витамины круглый год вас ждут. Здесь в каждом доме крепкий чай готов, и в Казани горой томится плов. В любую дверь стучись, дадут ночлег, желанный гость тут каждый человек. Гостеприимством славен мой Ташкент. Я так люблю тебя, Ташкент, Ташкент. Здесь мой народ твоим теплом согрет. Горячим чаем встретят в чайхане и пловом золотистым в лягане. Ах, спешите к нам, друзья, в Ташкент, Ташкент. Здесь весь народ твоим
Ташкенте всех с любовью ждут. Добрый вечер. Вот гуляем по Ташкенту. Зэки вчера прилетел. Яшар, это получается зэки знакомого, двоюродный брат. Живет сам с Турции, но живет уже 20 лет в Ташкенте. Вот. Вытащил нас на прогулку, покушали. Ну и теперь вот гуляем. Где телевышка? Да, вот башня. Тут великолепный ташкентский парк. Погода чудесная, уже не жарко. В общем, гуляем. Вот вьем будут гигас. И хорошо покушали только что. Всем привет. С утра за ушко положу райхон, как все узбечки подмету я двор. В тандыре испеку душистый хлеб, на дастархан поставлю розбукет. Вот так встречает утро мой Ташкент. На праздник зазывает махалла, хозяйки собирают дом. Строгие дают совет, келинки улыбаются в ответ. Карнай сурной гремит на весь Ташкент. Я так люблю тебя, Ташкент, Ташкент. Здесь мой народ твоим теплом согрет. Горячим чаем встретят чай коней и пловом золотистым в лягане. Ах, спешите к нам, друзья, в Ташкент, Ташкент. Здесь весь народ твоим теплом согрет. Гостей узбеки с малолетства чтут, приют и хлеб последний отдадут. В Ташкенте всех с любовью ждут. Ай, Муран бе, пусти свою хатку переночевать. Муран бе. Ты скотина весь лето песни пел? Пел. Гунял? Гунял. Мох имел? Имел. И ты синга нюхал? Конечно, нюхал. Теперь иди нафиг, танцуй дальше. Аравай, давай, 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 давай. Пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Эй! Аравай, вай, 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 вай. Аравай, вай, 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 вай. Аравай, вай, 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 вай. Аравай, вай, 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 вай. Thank you.
тут я заночевал, прямо у подножия перевала остановился. Ну, первые 200 метров уже взял, то есть 1200 поднялся на 1400 и вот здесь заночевал. Ну и вот сейчас следующие 15 километров, ну, до обеих туннелей. То есть на 2300 метров будет подъем. В общем, ближайшие 15 метров придется попахать. Но вот этот горный воздух, это просыпаться утром в горах, это вот по детству помню. Это что-то прекрасное. Хоть и дорога здесь, но все равно горный вот этот классный воздух. Каждое утро бы его любил. Побывал в Нью-Йорк, Гонконг, Париж изведал, но Фергана тобой страдал, дали любви свою не предал. Я сердцем был всегда с тобой, среди чинар твоих тенистых, и в чихане, что наш рой, пел гимны родине лучистой. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть сравнился я с Москвою, Фергана всегда со мною. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть сравнился я с Москвою, Фергана всегда со мною. В Индии меня красою женщины пленили, но не прелестней Фергана твоих красавиц в целом мире. Не разлюбит тебя вовек моя восточная столица, и я счастливый человек, что довелось мне здесь родиться.
счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть сроднился я с Москвою, Фергана всегда со мною. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть сроднился я с Москвою, Фергана всегда со мною. Швейцария краса, шахи мардан куда роднее, и глаза зерных берега, и дугома в снегах милее. Известный гость ферганский я, сын Ферганы, Володька местный, за Фергану, за вас, друзья, но поднимаю этой песне. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть сроднился я с Москвою, Фергана всегда со мною. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть сроднился я с Москвою, Фергана всегда со мною. В разных странах побывал, Нью-Йорк, Гонконг, Париж изведал, но Фергана тобой страдал, вдали любви свою не предал. Я сердцем был всегда с тобой, среди чинар твоих тенистых, и в Чихане, что над Журой, пел гимны родине лучистой. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть родился я с Москвою, Фергана всегда со мною. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть родился я с Москвою, Фергана всегда со мною. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть родился я с Москвою, Фергана всегда со мною. Счастье выпало родиться, Фергане, что всюду снится, пусть родился я с Москвою, Фергана всегда со мною.